Пострелять из автомата холостыми патронами, поучаствовать в лазерном турнире и ознакомиться с условиями поступления в образовательные организации на службу в органы безопасности смогли учащиеся старших классов общеобразовательных школ, средних профессиональных образовательных учреждений и участники военно-исторических клубов на акции «Дни образовательных организаций ФСБ России по Рязанской области». Очень интересное мероприятие, особенно для людей, которые хотят поступать в структуру ФСБ, в пограничные войска. Это будет очень полезно. Анна – учащаяся из 33-й школы. У них есть кадетский корпус, который долгое время сотрудничает с Управлением Федеральной службы безопасности региона. В настоящий момент 20 выпускников школы или стали курсантами военных вузов пограничной направленности, либо закончили обучение и работают по специальности. Сегодня здесь собрались все те, с кем мы работали. Это наши шефы Голицынский пограничный институт, это Управление Федеральной службы безопасности по Рязанской области, благодаря которым существует, продолжает в течение 6 лет существовать наши классы. Ребята сегодня здесь с удовольствием посещают выставки. На выставке, устроенной в честь акции «Дни образовательных организаций ФСБ России по Рязанской области», ребята узнали о военных вузах пограничной направленности, как туда поступить и чему там обучают. Сама акция несет именно такую направленность. Для того, чтобы узнать об этих учебных заведениях высшего и среднего образования, нужно поехать туда. Да? А здесь вот возможность такая предоставлена, о них всю информацию получить прямо здесь у нас в Рязани, в Рязанской области. И это здорово, потому что многие мечтают, многие хотят на военную службу, но не все еще оформили свои представления и свои желания вот в конкретный вуз. Здесь можно как раз подобрать себе на таких мероприятиях вуз по душе, посмотреть, ну, может быть, пока визуально, но виртуально, скажем так, на их учебную базу современную, понять, кого и как готовят эти вузы, ну и, соответственно, выбрать. О ее успехах судить можно будет после окончания. По количеству людей, которые запишутся в вуз, рассказал Виктор Щеблыкин, начальник Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности. Акция проходит уже 10 лет в разных регионах страны. В этом году местом проведения стала не только Рязань, но и область. Важное мероприятие, важно для молодежи региона, важно в целом для Федеральной службы безопасности. Это уникальная возможность, когда учебные заведения приезжают на территорию, рассказывают по профподготовке, говорят об истории вузов, рассказывают, какие социальные вопросы, как они решаются. Многие кадеты, которые участвуют в акции, планируют поступить в специализированные вузы. Все, что они сегодня узнают, запомнят, ведь это им пригодится в будущем. А пока они наравне с курсантами пограничных вузов участвуют в торжественных событиях акции. 25 октября они возложили цветы у Монумента Победы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».